Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш, мы продолжаем проходить карту Чина Вилледж. Итак, это новое DLC, как всегда, я решил подъехать сюда, потому что в прошлой серии забыл, на погрузку. Оказывается, смотрите, какая интересная погрузка сделана. То есть, если сюда задом подъехать, то можно нормально нагрузить мешков и потом это все, судя по всему, упаковать. Это реально круто сделано, но учитывая, что у нас как бы обычные прицепы, с подкатной телегой. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. И я с ними, как вы знаете, не дружу, поэтому мы тут грузиться рисом не будем. А место хорошее. Место реально хорошее. Близко. Ну да ладно. Пофиг. Так сказать. Поэтому можно допыхаться в гараж. Пусть он тут пока что стоит, а вот на этом грузовике я бы, наверное, сгонял за дровами и отвез бы их сюда. Автопогрузка есть? Есть. Сюда как раз одну единичку нужно. Главное развернуться. И не убиться никак. Сможем, не сможем. Просто тут близко до этого дела. Минус 20. Поэтому я думаю, что можно попробовать. Почему бы и нет, правильно? Погнали. На погрузочку. Блин, как хорошо едет. Только что на понижайке гоняли, а тут вот так вот легко. Да так не бывает. Не бывает так. Почему мы едем так хорошо? Мы не должны так хорошо ехать. Так, здесь та же самая схема. Также он, типа, этот первый подтыкает, начинает ехать, на второй зарывается. Но по обочине можно смело топтать. И здесь по обочине, насколько я помню. Ой, по обочине. Здесь по дороге, по-моему, тоже можно топтать. Нет, зарывается, смотри. Мы вот после понижайки, помню, автомат воткнули и поехали прям вообще на изи. А он на четвертой дубасит. Была бы здесь ручка. Другое дело. Все, тут уже зарывается. На понижайке поедем. Так, дрова. 2 очка. Куда везем? Какой дорога? Эта дорога, в принципе, мне понравилась. Вроде бы. Тут заборчик не очень. Но, в принципе, проходимо. Ух ты, а тут типа можно срезать. А тут круг большой. Ну ладно, попробуем тут. А, так смотрите, тут на рынок две дороги. Как бы. Понял. Думаю, что мы не едем. Ух ты, там еще. А это куда? Как бы, блин. Она вот напоминает. Ой, напоминает. Намекает нам, что нам нужно ехать вот сюда. Эта дорога. И причем на автомате, я думаю. Не знаю, что там за спуск, но выглядит аппетитно. Боже, камень стрёмный, будто корова заныкалась в булыжниках. По цвету такой же. Ох, сейчас воткнемся в эту лужу. Нифига я тут прыгаю. Куда я еду? Я не знаю. Не спрашивайте. Но мы, по-моему, чертовски охренеть, как классно срезали дорогу. Ух ты, блин. А сюда хоть... Так, подожди, мне надо дерево. Потому что я сюда иначе не поверну.
Во. Ау. Блин, с прицепом реально сюда нельзя переться. Забор отремонтировался. Хорошо. Сейчас снова будет падать на меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в принципе, с прицепом можно проехать. Он полностью не падает. Точнее, с каким прицепом? С распуском, а не с прицепом. Я правильно еду, нет? Так мы почти приехали. Ну, отлично. Первый груз. Считай, есть. Такое ощущение, будто я тут был уже. А, ну да, мы тут проезжали. Странное ощущение, да? Будто был тут, а мы тут уже были. Так, ну, тут мы должны забуксовать. А на чем мы тут ездили? А, мы на той фигне тут ездили. То есть мы должны проехать, наверное. Хотя... Пятое. На пятой. На пятой столько дури, что он просто проезжает без остановки здесь. Пятая читерская передача, судя по всему. Сейчас выкинет снова из колеи. Не, не выкинула. А, там такая ямочка, подъемчик, из-за этого, наверное, выбрасывает. Интересно, эту тачку можно распуск или нет? Что-то мне понравилось, как она едет. Она такое ощущение, что она едет лучше, чем та другая, которая. Ну вот непонятно. Ну не написано вообще, что они хотят. Ну я бы такое, что сейчас сгонял бы еще раз туда. Потом тут 4 риса, тут 2 риса. Вообще будет изи. Просто на двух машинах сюда съездить, а сюда я сейчас еще одну ходку на одной. Мы просто на двух сюда поедем, нам будет легче. Одна с прицепом. В натуре можно одну с прицепом погнать, одну без. И не париться вообще. Сюда вроде бы типа близко ехать. Но по-моему мы где-то здесь грузовик завалили, да? Или что мы тут сделали? Да, мы тут грузовик завалили. А толку сюда ехать, если у нас распуска нет? Так, восстановиться. Фары не работают. А, когда газуешь, фары не пашут почему-то. Сейчас посмотрим, что мы можем из него слепить. Если можно на него распуск повесить, мы попробуем на нем прокатиться. Как бы длинный прицеп, но нам будет тяжело его тащить. Бортовой прицеп. А тут топливный резервуар. Кстати, под мешки риса, видите, что-то прям вот будто отдельно возить. То есть распуск только на тот становится. Вот же зараза. Блин, я пока не знаю, что сюда лепить тогда. Куда он у нас поедет? За рисом? Если за рисом, то нам проще сюда вниз, да? Тут мы не катались. Хотя можно попробовать тут прокатиться. Через реку. Тогда проще его развернуть. На этот, получается, распуск не ставится, поэтому нужно как-то другие фонды использовать.
Так, а где обычный прицеп? Так, на кузов у нас рис идет. Отлично. Мешки риса тут тоже идут. Но здоровый прицеп, зараза. Не тот легенький. Ну хорошо, нормально. Так, тогда заглушить, пересесть. Этот мы тогда, как мы поедем туда? Сюда вот наверх. Но мы тут вроде бы катались, вроде бы нормально. Давайте сейчас сразу роспуск, все дела. Привезем Брауна. Так уж и быть. О боже, начинается. Да чтоб тебя. Как правильно расположить его? Он не едет, блин, по гаражу. Кстати, он вообще не едет. Слушай, он походу застрял. Зацепился за что-то. Он зацепился. Эй, игра. Он лаганул тут. Наконец-то. Так, что мы еще можем прицепить? Ничего не можем прицепить. Поэтому предлагаю просто брать и ехать. А что он лаганул-то? Мы во что-то воткнулись там. Просто под землей. Возможно, в текстурах застряли. Так, а мне сейчас нужно будет наверх, да? Эх, работа наша такая. Работа наша такая. Ничего не поделаешь. Прокатимся разочек. Подумаешь? Ничего страшного. Он так и хотел завалиться, но не получилось. Не фартануло. Прям так накренился, прям шикарно. Типа, вот сейчас я завалюсь. И нет, не повезло. Лебедка думает иначе. А не так, как наш грузовик. Они с ним явно не знакомы. Так, ну что делать? На понижайке буду ехать всю дорогу, наверное. Потому что тут сейчас понижайка, потом раз, снова не нужна понижайка. Потом снова нужна, потом снова не нужна. И так туда-сюда ее долбить, эту коробку. Оу, стоп, так у нас тут сейчас будет опасный поворотик. Нифига, мы куст сломали, по-моему, частично. По-моему, сейчас будет опасный поворот. Ой, поворот. Уголок опасный. Интересно, там забор отремонтировали или нет? Но мы сейчас четко привезем все, что хочет игра. А не так, что типа... Я так понял, что у нас там выбор. Потому что в принципе ничего не поменялось. Ну там типа ничего не исчезло. Но ввести что-то не то я не хочу, потому что вдруг... Вдруг окажется так, что... Все-таки там рассчитано, что нужно ввести. Типа на рынок, что и то нужно. Поэтому лучше не спорить, а сделать так, как хочет игра. Ну, как кстати, мы не знаем, как она хочет, но мы думаем, что она так хочет. Поэтому так и делаем. Это ж мы, блин, фиг загрузимся еще. Потому что скажут, поставь ровно этот роспуск, еще что-то. Да, смотрите, снова новые стоят. Отлично. Значит, можно ездить. Ай! Все отлично, смотрите. Залагал. Залагал, чтоб тебя. О, отпустило. Спасибо. Спасибо, что хоть отпустило. Короче, нужно будет аккуратно тут проезжать.
Потому что это бешеная экономия времени здесь. Так, стоп, а как я ехал? Где это я? Сюда. И вот сюда. Наверх просто мы сейчас поедем. А, вон туда, налево. Блин, тут опасно будет. Главное, чтобы нормально повернуть и не завалиться никуда, когда будем ехать. Тут прям шикарный проезд. Мне понравилось тут ехать. Это было чертовски быстро. И мы сейчас, по-моему, убиваем нашу новую дорогу, по которой мне понравилось ехать. Но ничего. Мы тут едем почти последний раз. Почему почти? Потому что нам сейчас нужно будет еще обратно прокатиться. Но дорога реально быстрая. Чертовски быстрая. А что с лужей? Дождь идет? Не, вроде не идет. Кстати, на той карте дождь шел. Здесь как-то с дождем все поскромнее. Я не помню, чтобы он был, не был. Ну, в Китае, в принципе, мне кажется, нормально так с дождями. Не обделяют их. Даже не знаю, как понижайку воткнуть. Главное, чтобы ползла машина наша. Садится. Ну ничего, я думаю, там есть за что. Что это вообще такое? Куст? Есть за что лебеднуться. Я думаю, это можно на максимум. Отлично. Так, сейчас нужно будет как-то круг почета сделать. Чтобы стать сразу нормально. Как нормальные люди. Или подъехать так, чтобы мы задом могли нормально выехать. Идеально ровно. Спасибо. Понятно. Кстати, сейчас я только понял, что минус одна ось – это минус устойчивость для нашего прицепа. Маршрут тот же, но стрёмный. У меня есть все подозрения, что мы можем завалить груз. Потому что уже четко ощущается, что устойчивость у нас явно будет пониженная. Его прям качает очень сильно. Поэтому я надеюсь в этом маршруте на лучшее. Но, возможно, все пойдет не по плану, как обычно. Будем спускаться на тормозах. Там-то хоть в пол летели с дровами вниз, чтобы не застрять. Здесь будем на тормозах спускаться. Просто, чтобы не завалить. Вот вы видите, да, как начинает по колее активно ехать и прям... Изо всех сил просится просто, просится упасть на бок. Кстати, реально прям просится на бок. Жесть. Есть вероятность, что мы не довезем. Вероятность достаточно высокая. Все, перестал качаться. Да блин, почему когда я еду, начинает качаться куда-нибудь? Лебедка даже в какой-то степени нас, наш прицеп спасает. Но тут, блин, явный перегруз у нас по дровам. Прям, черт возьми, явный перегруз. Это выглядит очень стрёмно.
Вообще не уверены сейчас в грузовике. И в грузе, что мы его довезем. Слишком сильно его туда-сюда покачивает. Мне это вообще не нравится. Нужно ехать очень осторожно. Потому что нужно довезти. С рисом будет попроще. Вот и куда тут будет крен. Ага, я понял. Так, но я также здесь нормально не смогу завернуть. Поэтому мы сразу сходу пользуемся помощью дерева. А здесь, мне кажется, нужно как-то вот так вот закрепиться на всякий случай. Не понял. А, понял. Коллизия сработала. Так, кустик, пожалуйста, не надо этого делать. И там сейчас от забора нужно максимально левее как-то прокатиться. Вот так вот я и буду сейчас с такой скоростью ехать, потому что я знаю, что забор немножко упадет на нас сейчас, по-любому. И это будет нехорошо. Нам главное, чтобы сейчас не зацепился за нас. Ой-ой-ой-ой-ой! Катится. Грузик-то хорошо катится. И понижайка ему не мешает катиться. Если что. Вообще никак не мешает. Активно начинает вниз спускаться. Ну, карта красивая, живописная. Прям такая зеленая вся. Мне нравится. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, и тормозить резко нельзя. Он просто всем весом идет вниз. Надо вправо выворачивать сейчас заранее. Просто, чтобы мы не упали из-за дров из-за этих. Ой-ой-ой-ой, чуть налево не завалили. Да что такое, блин, почему их так тяжело вести? Почему так тяжело вести бревна? Такого еще не было. Я не хочу возить бревна, я хочу возить рис и трубы. Ну не вот это вот, о. Только говорил недавно про дождь. Вот и он. Блин, тут угол сейчас будет. Ой, капец. Это просто капец. Это выглядит просто. Это реально выглядит просто. Но ехать сложно с ними. Я вот просто чувствую, что вот на грани мы идем. Хотя ползем 2 км в час. Ну, 5 км в час. Устойчивости явно тут не хватает. Поэтому вот с этой скоростью мы сейчас, наверное, до конца и будем ехать. Потому что я вообще не уверен. Он очень высоко. И крен хороший постоянно. Причем крен-то в основном у прицепа. А судя по всему, игре этого достаточно, что крен у прицепа, чтобы завалить это все дело. Боже, смотрите, просто как его покачивает. Мы еле ползем, а его качает, как холодец какой-то. Я могу понять, почему это происходит. Перегруз. Просто перегруз. Поэтому подвеска не держит это все дело. И его начинает качать. От любой фигни жестко начинает раскачивать. И там уже пошел резонанс, все дела. Интересно, мы тут проедем или нет? Сейчас прицеп начнет сюда заезжать и будет то же самое. Капец, там траншея уже за прицепом. Боже. Страшно, страшно. Где там поворот? Мы сюда хоть сможем повернуть? Тихо, тихо, полегче. Парень, полегче.
Хороший крен. Великолепный. Но давай без этого. Нам лебедиться тут не за что, чтобы нормально проехать. Блин, а тут стоит нам сюда заезжать, чтобы по мосту ровненько проехать или нет? Я думаю, стоит. Давайте попробуем. Тем вот ни разу... Нет, стопы. Нет, нам туда нельзя ехать. Угол. Мне не нравится угол. Типа, да, тут может дорога не лучше, но... Тут она более ровная. Тут она более ровная. Вот здесь справа тут угол больше. В паре мест. Так, сейчас надо, знаете, как сделать? Лебеднуть на максимально дальнюю точку прицеп. Пока что это пенек. Просто если мы будем заваливаться, я его начну резко подтягивать. Лебедку. Так, надо перецепить на дерево. Ну вот прям вы видите, да, как специально одна сторона проваливается, а вторая нормально. Тут сейчас в обратную сторону, по идее, будет фигня это работать. Возможно. Возможно, сейчас мы проблемно будем заезжать куда-то сюда. Ау. Но для этого я говорил, что эта фигня сделана. Надеюсь, заедет прицеп нормально. Страшно. Это чертовски страшно. Блин, меня стаскивает с колеи, нужной нам. Это не есть хорошо. Нам нужно в нее как-то вернуться. Сейчас мы вернемся и соскользнем и начнем качаться. Так, почти доехал. Почти доехал. Мы доберемся или нет? Тут 2 метра осталось несчастных. Пожалуйста. Игра. Пожалуйста, не качай прицеп. Держи его. Я не хочу больше дрова возить в этой игре. Я вот реально всей душой уже не хочу здесь возить дрова. Это выглядит просто. Но это жопа. Наконец-то мы приехали. Тормози. Так, и что мы имеем? 6 из 8. Все. Одна ходка осталась. Ну вот сюда. Все. Отлично. Так, я эвакуацию все постоянно пытаюсь сделать непонятным образом. Так, залито топливо. Роспуск надо впарить. Так, что мы? Прицеп есть, значит мы ставим себе бортовой кузов. А, стоп, вот этот держак надо убрать. Опору. Отлично. Все. Все включаем, ручник снимаем, пересаживаемся и... Поехали. Я вас понял. У нас уже веселое начало. Я сейчас, короче, заранее прицеплю, а потом уже видно будет, как нам тут ехать. Просто нужно будет, когда он чуть подровняется, тогда уже лебедкой подтянуть его поближе. Или просто нажать F, чтобы он подъехал поближе.
Потом слишком большое расстояние на лебедку. Да и вообще, на самом деле, мы неправильно едем, потому что нас может толкать и потом завалить на бок. Но мне нужно как-то просто его сейчас поближе подтянуть. Просто этот менее большую дистанцию пройдет. На том нужно ехать больше. Поэтому тем тянуть как бы не вариант немного. Ну как бы вы поняли происходящее. Думаю, все прекрасно поняли происходящее. Не пишут, сколько метров. Ого. Глубоко. Реально глубоко. Но мы ползем. Я на самом деле думал, что эта карта будет длиннее. Но что-то по времени получается примерно то же самое. Не знаю, вряд ли будет 3 часа, как прошлое. А там было 3 с чем-то, по-моему. 3.12 или 3.10. Или просто 3 с чем-то там. С какой-то мелочевкой. Мне кажется, здесь будет 2.30 максимум. Если мы не накосячим. Там тоже было бы, в принципе, так же, если бы я не накосячил. Но так получилось. Реально так получилось. Кстати, дорога реально сюда простая пока что. Ну, типа, туда наверх и все. И готово. Жаль, полуприцепов на них нет. Вот это было бы круто. Это была бы бешеная просто экономия времени, сил. Мы бы сейчас наверх за рисом, наверное, поехали. Офигеть, вот это подстава! И что там за проезд? Я понял. Так, ну здесь столбики есть, хорошо. Так, жму F. Чтобы он нас подталкивал. Потому что нам стоит пересечь вот это вот болото. Именно болото, по-другому не назвать. Коптит, коптит, изо всех сил коптит. Супер. Прям копченый. Но... А, понял. Нет, все. Блин, надо было, наверное, не включать автомат. Мы зарылись из-за этого. О, вроде начинаем выезжать. Все, тронулись с места. Короче, здесь нельзя газовать особо. Капец, у нас на понижайке расход маленький. Да, подъем будет затяжным, но ничего не поделаешь. Главное, что в принципе несложный. Сейчас прицеп когда выйдет, более-менее. Мы что, особо не зарываемся? Прицеп, о! Прицеп начинает идти вверх. Сейчас он просто выскочит, и мы сразу рывочек еще маленький сделаем. Оп. Активно. Хлоп. Натянулся. И грузовик уже начал более-менее. Я причем даже сейчас F не жму. Кстати, хорошо, что я не жму, потому что он из этого хоть как-то начинает ехать. Да, газует он, конечно. Ой-ой-ой-ой, что я делаю? Жаль, что он не знает, что такое понижайка. Он сейчас зарывается, мы просто из-за него не можем ехать. Сейчас он снова зароется. Хоть он и выехал, он все равно зароется сейчас. Давайте сделаем дистанцию какую-то. Да блин.
Поехали. Че, нет? Не хочет. Поехали в одну харю тогда наверх. Потому что тут торчать, это будет тупо с ним. Много времени уйдет сейчас. Проще так сгонять и все, потом на том подъехать. Вместе можно будет назад ехать. Только наоборот зацепиться, в принципе. Но там все равно, скорее всего, придется разъехаться, потому что по разным местам нужно ездить. И через разные болота всякие. Так, а мы, по-моему, отсюда выезжали. А, нет, мы вот тут точку открывали, мы выше где-то выезжали. Ух ты. Сели. А так... Нет, не хочет ехать. Что-то есть. Выдернул сразу раз такой наверх и поехал. Хм. Ну ладно. Давай еще подтянем. Что тут прям вообще ему тяжело. Непонятно почему. Давай, ползи. Ты сможешь. Тут несложно. Наверное. Понижайка и так на первом уровне стоит. Между первым и вторым там почти. Думаю, можно накинуть немножко. Тут едет. Но тому будет немножко полегче. Давай, только не буксуй. Иначе зароется. Так, ну тут я проеду. Блин, а может тут реально вдвоем ехать уже? Где мы его похерили? Вот он. Вроде недалеко осталось, но там я не катался. Здесь, походу, вот это бревно тоже должно было быть на дороге. Но что-то оно рядышком лежит. Да блин, автомат только воткнул сразу. Все, приехали. Давай, пока что максимум. Че, в эту же колею или рядом начертить? Ползем. А тут сейчас сдохнем на подъемчике. Так, давайте чуть правее возьмем. Потому что слева мы там не сможем ехать рядышком. А здесь, в принципе, почему бы и нет. Ну да. Это вам не с прицепом ехать. Тут все намного проще. Кстати, если я его ставлю на понижайке, например, на втором уровне понижайки, он будет ехать или нет на понижайке? Или он сейчас все в буквальном смысле воспримет и останется еще на ручнике? Нет, он не на понижайке явно. Ничего, ползем тогда. Стоп, это автомат. А хотя нормально на автомате. Вроде как едет. И тот едет. И мы едем. Вон уже погрузка. На которой мы еще ни разу не были. Поэтому как там, что там, непонятно. Скорее всего будет такая же поляна, как и там была. Но... тоже... в этом же стиле, что... там будут говна. Типа полянка ровненькая, но мы начнем там застревать. Так, давайте, наверное, понижаечку как-то. Чуть-чуть.
Но тот нас хоть и тормозит, но он хотя бы едет так, как мне нужно. Рывками этого достаточно. Ну, тут, наверное, сейчас можно будет воткнуть что-то. Какую-нибудь понижайку повыше. Хотя намек на провалы есть. Ого. Хороший угол. И просто раз скользит так прям, да? Зароется, не зароется. Вроде и зарывается, вроде не зарывается. Все, тут уже поехал. Все, максимально понижайку можно. Так, давайте тут слева, наверное, как-то ехать. Ой. Угу. Начинает мешать нам пытаться. Так, загрузить. Загрузить. Нам же сюда ехать. Какой у нас тут путь? Сюда. Блин, вот это что-то вообще непонятно, что это такое. А, нам сюда. Я сюда собрался ехать. Я понял. Ну тогда... Ну вот аж сюда нужно ехать. По главной, так сказать. А, так нормально. Так. Давайте грузиться и будем этим тянуть. Потому что если сейчас этот будет сзади толкать, то ну это жесть начнется. Кстати, здесь такая же погрузка ручная, как и там. Сейчас главное просто зацепить и ехать, ну, аккуратненько. Не создавать проблем никому. Ни себе, ни тому грузовику. И все. И мы доедем, никуда не денемся. Поехали. Потихоньку. Главное, чтобы никакая коварная это не оказалась. Колея какая-нибудь. Иначе это будет жесть. Ух, как ползем. Караван прям, да? Из мешков. С рисом. Мешков дофига. Сколько тут мешков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 60, 60 мешков. Получается. В одном. Тут 60, и тут 60. Итого 120. 180 мешков везем. Как-то мне кажется, что в такой кузов на самом деле больше мешков влезет. Ну да ладно. Это не столь важно. Кстати, нам топлива хоть хватит доехать или нет? И нам причем там, по идее, нужно будет отцепить грузовик. Почему? Потому что на одном нам нужно сюда заехать. А, так мы там и разъедемся примерно. А, ну отлично вообще. То есть едем до конца вместе. Ну почти до конца. Единственное, что расход повышенный. Главное, чтобы хватило топлива потом доехать. Так, тут налево. Типа да, но дорога какая-то странная. Направо вроде бы неплохо выглядит. Налево. Да и налево вроде неплохо. Только я вижу там какие-то углы такие не очень. Давайте тут куда-то ближе к центру спустимся. Я думаю, норм. Можно ехать. Не супер, но ехать можно.
Че, может, подгазуешь для приличия? Или так и будешь плести сзади? Я ж как бы напрягаюсь. Да, смотрите, с мешками сразу начал ехать. На изи прям. Так, фары. Подрубаем. А караван наш едет дальше. Причем на автомате прям. С повышенным расходом. А, нормально. С того угла выглядело, конечно, это все намного хуже. На самом деле все не так уж и плохо. Куда он сползает? Скажите мне, пожалуйста. Давай, тащи его на понижаечке. Иначе он сам не выползет. Не, может, на понижайке сам и выползет, но нам как бы нужно двигаться вместе. Что там по фарам? Горят. Мне кажется, можно поднакинуть немножко мощи, нажать F, воткнуть максимум понижайку и поехали. Потихонечку наверх. Пока что на понижайке. Ого! Почему всегда догоняющие так активно начинают нас подталкивать? Опа! Я вот не понимаю, мне нужно приспустить газ или... Жесть какая. Давай пока что отцепимся. Кажется, все прекрасно понимают, чем это сейчас должно закончиться. Мне кажется, опрокидывание. Ну давай, выезжай. Я слишком тут сильно застрял. Мне надо дерево какое-нибудь. Хоть немножко. То это прям очень жестко. Уж вообще жесть. Еще как нам его тащить тогда? Сможем мы вообще потянуть вот сейчас, например, в данной ситуации или нет? Но мы двигаемся. Тот сзади как-то... А что если лебедку воткнуть? Не понял. И все? То есть у лебедки нет этого? То есть можно только газом? Прикинь, прикол. Это подстава. Это реально подстава. Блин, я очень сильно тут в грязюку погружаюсь. Интересно, она закончится где-то или нет? Морда просто проезжает, а жопа садится. А если мы убавим скорость? А ничего не меняется. О, выехали. Быть такого не может. Так, надо этот как-то вытаскивать. Блин, зря я сейчас нажал. Я думал лебедку за что-то цепануть. Чтобы хоть немножко наверх. Ого! Сразу поднимает, да?
Очень сильно тянет. Так, пока сами можем ползти, лучше самим ползти, потому что эта лебедка чертовски стрёмная. Хотя прицепом можно что-то лебеднуть немножко. Ой. Я понял. А прицепом вперед можно? О, можно, отлично. Или нельзя? Выглядит это, конечно, не очень. Так, давайте давляк понизим. Мы им ни разу еще не пользовались. Мы им только на шерпах пользовались. Угу. Но, в принципе, зарыться мы и так смогли. Запасное колесо. 150 рублей, да? Или что это такое? Так, ну мы поднялись, да. Колеса работают. Ну как, кстати, работают. Накачиваются и спускаются. Больше, в принципе, ничего. Надо было там объезжать. Сильно дергать нельзя. Вообще сидит, очень сильно сидит. Почему за эти деревья нельзя цепануть? Нормальные же деревья. В зоне. Угу. Только чуть больше газу, все сразу, проваливаешься. Блин. Офигеть. Просто офигеть. И сильно тянуть нельзя, потому что, блин, завалить можем все просто нафиг здесь сейчас. Опа. Ну что, в колею проваливается или что, он начинает так крениться сильно? Нет. Это на прицеп туда, если есть возможность. Нет, нет возможности. Грузовик сильно накренился у нас. Я знаю, конечно, как быстро исправить ситуацию. Можно сейчас воткнуть какую-нибудь передачу, и мы сразу выровняемся. Или вот так вот сделать. Почему бы и нет? Нарыл просто одним. Из-за этого страдает другой. Так, надо максимум газа. Нужно провалиться в землю, потому что, блин, у нас сейчас ситуация такая, что нам нельзя сильнее в землю, ну, слева заваливаться. Иначе мы все просрем. Ой, дерево это заработало, неужели? Ёкарный бабай. Пенечек, привет.
И приходится вот так вот щемиться. Криво, косо, но как-то щемиться приходится. Фу, блин. Да, это ручник был. Потненько. Я вам скажу. Да остановись ты, блин. Газует уже. Так, лево и там наискось куда-то. Боже, вообще нифига не понятно. Фары горят, горят. Отлично, поехали. Как-нибудь, но проедем. Учитывая, что туда поднялись, тут уже терять нечего. Наш караван двигается. Проще было в обратную сторону. Со спуска там наверх и все. Мы бы уже все давно отвезли. Здесь же боль и страдания. Как обычно. Так, давайте понижайку, наверное. Какую-то, я не знаю, вторую что ли. Поможет она нам, не поможет, непонятно. Так, вот это вот не сильно хорошо, что мы начинаем наверх выезжать. Мы должны были по яме ехать. Потому что сейчас прицеп будет не очень адекватно тут передвигаться. А он снова на тормозах, собака, ехал. Вы видели? Снова тормоза горели. Вот оно, палево. Спалился, гад. Просто взял и спалился. На своих тормозах. Такие, как сделать, чтобы сложнее было ездить на лебедке? Отключить функцию лебедки, чтобы только лебедка могла газом работать. То есть, ну просто газ. Типа ты тачку просто тянешь. То есть, по факту ты не на лебедке тянешь, а на тросу. Это не лебедка, черт возьми, это трос. То есть лебедки подрезали яйца в игре. Так, только не утопись, а то мы тебя сюда никуда не денем уже. Сейчас бы сюда вот этот КамАЗ, полярник, который у нас там был, на котором мы как-то карты проходили. Ох, это было бы весело, я чувствую. Фух. Я сейчас уже такой еду и думаю, блин, а что делать? Отцеплять, выгонять резко этот и потом тот выгонять или что делать? Что, помедленнее или как? Ага, судя по всему, да, помедленнее. Рисик там чуть намок, да? Ничего страшного. Я думаю, ничего страшного. Они не обидятся. Хорошо, засел. Нифига себе. Какое-то дерево еще сверху увидел. Нет, пока что ни за что цепляться не буду. Будем так пытаться пока что выехать. Потому что вот это вот было бы неплохо, а то наверху как-то не очень, если честно. Фары надо включить. О, фары включил, сразу начал ехать. Да блин, все равно не хватает. Или я за другой лебедился там? Судя по всему, за другое. Все равно не хочет за то. Да, походу за это лебедился. Прицеп просто кузовом гребет землю. Блин, какой ужас. Почему так тяжело?
А может, все-таки нужно было ту тачку сзади? Она бы подталкивала. Так тащить тяжело, а подталкивать было бы проще. Так, стоп, надо. Сразу такую понижаечку. И мы снова в пути. Неизвестно куда. В лужу. В любимую лужу. А иначе никак не объедешь. Хочешь не хочешь, нужно в нее заезжать. И снова сейчас будет то же самое. Что только что и происходило в прошлой луже. Но хотя бы тут он тонуть не начнет. А просто, возможно, застрянет максимум, да и все. Ожидал, чтобы это будет быстрее поездка. Она у нас, зараза, растянулась. То есть тогда получится реально часа три. Так же. Просто меньше косяков. Хотя, стоп, мы здесь тоже несколько раз опрокидывались. Но там мы конкретно прям на полпути опрокинулись. И пришлось так нормально ехать еще раз. Но тут и гаража нет. И груз всего два места возить. А там в три. Или в четыре. Ну, хотя там... А что там? Да я не знаю, поровну примерно. Так, а как мы там будем сейчас спускаться? Кто мне скажет? Там нужно будет поодиночке как-то спускаться. Слушай, давай, может, активно будешь сзади подъезжать, не? Да как бы сейчас уже утро наступает. Блин, тут стрёмный спуск сейчас начнется. Потому что не очень удачный поворот. Я даже не знаю, его, наверное, отцепить нужно будет сейчас. Наш грузовик, потому что он нормально не сможет повернуть. Я прям уверен. Хотя поворот с виду простейший. Но я просто уже понимаю, что это будут проблемы. Что это будут огромные проблемы с этим поворотом. Хотя на этом мы сейчас тут разведку, так сказать, сделаем. И все будет понятно. Поехали, разгрузимся сразу. Мы что, тоже, в принципе, проезжали. Поэтому знаем, что все должно быть окей. Что за домик? А, это там, где мы грузовик нашли, точно. Кстати, по-моему, именно этот и нашли там. Возвращается домой прям. О, нырнул. Блин, по воде хорошо ползет. Кстати, а по-моему, по той воде мы там немножко тонули в прошлый раз. Ну, как сказать, в прошлый раз, когда там проезжали. Ха-ха-ха. Я вас понял. Я вас прекрасно понял. Намек ясен. Намек чертовски ясен. Чуть, блин, груз не просрал. Там, наверное, то же самое будет. Как думаете? Я думаю, там точно будет то же самое. Это специально сделали. Я сейчас вот прям на грани был. Но тут уже я особо ничего не делал. Только скатился в конце, только подрулил чуть-чуть. Но там уже, походу, мы уже не прокинулись. А так я просто, я же подзавис, я такой, блин, а что делать? Я реально не знал, что делать в данной ситуации, потому что вперед не поедешь, и резина скользит, и все дела, и, короче, жесть какая-то. Подсолнухи растут в сарае. Ну, нормально тоже, бывает. Ух ты, так тут до рынка фигню проехать. Но мы этот грузовик тут пока что оставим. Боже, что происходит? Чтобы, если что, поехать на помощь тому грузовику. А могу просто сейчас прямо поехать? Или это тупо будет? Сейчас такой раз и на бок. Это было бы смешно. Отлично. Так, где этот грешник?
На автомате? Не, давай мы тебе, чтобы ты сейчас не зарывался. Если вы слышите этот страшный звук, это корпус вибрирует. От винта. От винта. Главное, чтобы прицеп заехал. Нормально. Мы-то заедем. Скорее всего, эта серия будет разбита на две. Учитывая, как она растянулась, я думал, что мы на 30 минут раньше ее закончим. Реально так думал. Дорога оказалась хуже. Ого. Стаскивает-то как. Хотя вроде бы угла никакого особо и нет. Но стаскивает добротно. Так, повышенная понижайка. Или как ее назвать? Ух ты, блин. Опасненько. Надо потихоньку. Да ну! Нет, показалось. Я подумал, что на прицепе у нас тормоза появились. Потому что они так скользили. Не, нет тормозов на прицепе. Хотя обычно на прицепах есть тормоза. Так. Не особо быструю понижайку втыкаем. Потому что здесь сейчас будем тонуть и потом сразу будем выезжать. Вроде бы. Или здесь будем тонуть. Выехали. Да, здесь тоже угол есть, смотрите. Здесь тоже есть угол, поэтому лучше немножко вот сюда двинуть. Слушайте, ну тут быстро проехал. Все, выгрузка. Мы приехали? Или мы сейчас завалимся каким-то непонятным образом здесь? И получается, мешки если завалить, то все, заново нужно ехать. Разгрузить, разгрузить. Все, карта пройдена. 2 часа 10 минут. А, ну, как бы... Ну так вот и выходит. Че вам скажу, народ? Ну, обнова... Прикольненько, конечно, что она есть, но на сотку она не тянет. На сотку она не тянет. На полтос, да. Ну, гривасиков, не рублей. Ну, не на сотку. Явно не на сотку. 2 бакса максимум. За обнову по курсу 25. И все. Потому что, ну, это капец. Обычненько, обычненько, ничего такого прям, что вау. Ну, и шерпа я особо там прям не кайфанул. Ну, просто там весь прикол в том, что добавили сам шерп, который плавает. В этом весь прикол обновы, я думаю. Здесь же... Ну да, карту нарисовали, прикольненько, но ничего особенного. Другие какие-то обновы были прям более веселые. Вот когда тот же, по-моему, Mudrunner, когда добавляли вот этот American Wild... Прям было реально круто. А тут как-то так. Не знаю. Вам решать. Ну, а я на этом буду заканчивать нашу серию. Так что, народ, спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписаться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фрэш. И всем пока-пока.